Четвертая колдунья Хельга. Это сельская девка-колдунья? Не смешно. Она ключевой элемент. Наверное, надо сходить к Дине. Без нее нам Марко не выручить. Я запрещаю вам к ней ходить. Вам нужно объединиться с другими светлыми колдуньями против Хельги. Допустим. И с кем мне нужно объединиться? С Соней, Никой и Марго. Послушай, если это так тебе важно, я помогу ей. И только потому, что ты просишь. Мои сверхспособности. Я ничего не чувствую. Развели меня? Майка хочешь отобрать? Что такое? Я не знаю, придавила что-то в ногах тяжесть. Где? И в руках. Я вызываю скорую. Не надо скорую. Звони девчонкам, это Хельга. Это сделала не Хельга. Дина? Да сделайте что-нибудь. Ты хотела кого-то не впустить? Или не выпустить? Ничего не хотела. Хотела не выпустить. Ты решила, что Майк собирается на свидание к Марко, и поэтому остановила его? Ничего ему не делал. Обидно, что я для него все, он мне врет и врет. Нужно разобраться с твоим даром, пока ты еще чего-нибудь не натворила. Оставьте нас, мне нужно с ней поработать. Пап. Идите. Алло, Мендель. Нет, все нормально, просто со связью проблемы были. Да, еду уже. Свободно. Ну, чего стоишь? А, рога. Какие рога? Так что же это было утром? Тебе же доктор сказал, психоз. Вернуть тебе рога? Надо. Что ты сделаешь с Алексом? Поверь, ему понравится. Заставь его подняться вверх. Как вы шутите, что ли? У тебя стихия земли. А силе притяжения в школе учила? Mm-hmm. Давай, осваивай. Закрой глаза и вспомни момент, когда ты была счастлива. Открывай. Ой, это вы сделали?
планы? Я курсовую забыл сдать. Нужно в универ вернуться. С кортом сегодня не выйдет. Заезжай сейчас, вместе поиграем. Смотри. Видишь? А как это? Это несложно. Ты тоже так можешь. Опусти ее вниз. Как? Я не знаю, как. Ну, представь, что она становится тяжелой. Или что ее нужно спрятать в землю. Ты часть этой стихии, поэтому можешь делать с ней все, что угодно. А теперь достань монетку. Ну, хорошо. Ну, давай. Ты должна ощущать свою стихию. Неважно, где ты находишься. Представь, как сила наполняет тебя. А теперь разверни руки ладонями вверх. Да я круче, чем Мерлин. Вот, думаю, это оно. Где ты это взял? На столе ювелира. Там такой бардак, что полиция до сих пор не разгребла. Ну, а я зашел ночью и... Ты что, если бы тебя поймали? Ну, так не поймали же. Надеюсь, это поможет твоей подруге. Спасибо тебе большое. Алло. Алло, Соня, а ты где? Я на парах. Нам нужно срочно связаться с Ингором. Хорошо, сейчас попробую. Дин, хватит. Левитацию с одного захода не освоить. Ага, это кому как. Дина! Еще раз такое сделаешь, молнией шарахну. Попробуй. Ника, мы не за этим пришли. У нас очень важная новость. Вот заклинание, которым Хельга чуть не убила Марго. Как я сюда попал? Я позвала тебя. Мне нужны ученики, и ты мне подходишь. Кто вы такая? С чего вы взяли, что я хочу у вас учиться? А чего ты хочешь от жизни? Денег? Может, власти или любви? Я все могу тебе дать. Спасибо, но у меня все есть. Сядь. Ты знаешь о том, что твоя мать серьезно больна? Вы о чем? Леша, у твоей мамы рак мозга. Медицина уже, увы, бессильна. Бред какой-то. Откуда вы знаете мою мать? Она приходила ко мне за помощью. Ее болезнь слишком запущена. Твоя бедная мама даже не представляет, насколько все серьезно. Такой диагноз мог бы ее сразу убить, а ей... И так слишком мало осталось. Ну, а вместе мы сможем ей помочь? Я надеюсь, что я в тебе не ошиблась. Привет. Привет. Тебе до сих пор плохо?
Нормально. Я пришла с тобой поговорить. И я? У меня с Диной ничего серьезного. Я не о Дине. И я о нас. А Дину я просто пожалел. Ей Хельга такое из-за меня устроила, что… Меня не интересует твоя личная жизнь. Расскажи лучше о Хельге. Зачем? Я хочу нарисовать защиту от нее. Я ничего о ней не знаю. Что ты хочешь знать? Все. В чем ее слабость, в чем ее сила? Ты давно ее знаешь? Почти 20 лет. Сколько? Она стала моей опекуншей после смерти родителей. Она над тобой издевалась? Нет. Заботилась, баловала, устроила престижную школу. Я долго не знал, что она ведьма. А когда узнал? Когда мы с ней… Тебе помочь? Все в порядке? Я справлюсь. Давай позже поговорим. По телефону. Ингвар и Инга весь день бились над этим проклятым заклинанием. Так и не установили? Текст слишком расплылся. Ну все, не психуй, что-нибудь придумаю. Что? Марго совсем плохо. Последний приступ закончился обмороком и конвульсиями. Ты не понимаешь, что у нас всего лишь 2 дня. Если мы не найдем заклинание, Марго умрет. Да если бы я знал, где его искать. Где-то должен быть оригинал заклинания. В Лилит, в сейфе у Хельги. В ее кабинете нет сейф. Да и вряд ли она бы хранила заклинание в клубе. Значит, у нее дома. Нам нужно туда пробраться. Хельга каждый день уезжает в Лилит. А у нее в доме есть охранник или кто-нибудь из домашних? Значит, полезем туда завтра. Завтра, завтра у меня командировка. Отложи на день, достанем заклинание, потом поедешь. Все не так просто. Боишься? Так и скажи. Какая еще командировка? А что было делать? Вести ее в ваш дом? Почему бы и нет? Не понял. Ты что, думаешь, туда так легко попасть? Если защита электронная, Ника легко ее вырубит. Да и с магической может справиться. Давай попробуем. Я давно хотела испытать новую систему. Слишком рискованно. Она должна полностью тебе доверять. Поэтому давай, вперед. Алло? Ника, слушай, я перенес командировку. Можем поехать к Хельге. Окей. Теперь я готов. Для того, чтобы стать магом, ты должен привести одну девушку. Я уже знаю, ты хочешь уйти. Майк, я не смогу без тебя. Я правда больше не буду. Ингвар потренировал меня, я теперь все контролирую. А еще я стала лучше готовить. Как, вкусно? Вкусно. Майк, я смогу защитить нас от Хельги. Ты только не уходи.
Но вот, собственно говоря, обитель зла. И как мы туда попадем? Я думаю, она поставила многоуровневую защиту после того, когда я пытался ее ограбить. Нужно осмотреться. Ника! Ника, стой! Ника, вернись! Ника, не лезь туда, слышишь? Тут дверь открыта. Это может быть ловушка. Я бы почувствовала. Здорово. Слушай, а Соня Михеева с твоего курса? С моего, а что? Тут такое дело. В общем, я в чате с ней переписывался и теперь хочу в реале познакомиться. Ну, стремаюсь, понимаешь? Расскажи, как она вообще? Подожди, познакомиться с Сонькой? Ну да. Ну вот, видишь, что она с ним сделала? Был пацан и нет пацана. Че, книжки читать начал? Да вообще, он и пить перестал, и курить. На девушек не реагирует. Нифига себе. Да. Так что вали от нее, пока не поздно. Да. Тут можно до ночи искать. Надо валить. Она уже 100 пудов получила сигнал. Я без заклинания не уйду. А тебе тоже не мешало бы нервы потренировать. Дергаешься, как параноик. Я просто знаю, чем это может кончиться. Ну, значит, мы на правильном пути. Почему ты до сих пор не там? Сначала нужно активизировать троянского коня. Иначе Ингвар сорвет всю операцию. Маргарита, собирайся и марш к врачу. Спасибо. Алло, Ника, ты где? Что? Где твой адрес? Как мы туда попадем? Блин, не получается. Может, ты попробуешь? Ты же взломщик. Ника, наверное, через забор перелезла. Я не смогу, у меня нет сил. Я тоже не смогу. Дин, может, ты сможешь, я не знаю, как-то его вверх поднять? Давайте объединим силы. Проси на латыни, чтобы калитка открылась. Остил. Апертум. Может быть, форибус апертум. Блин, я не помню, как калитку перевести, а на забор она не реагирует. Реагирует. Ты чего-то не том просишь? Это не я. Дина, ты не туда усилия направляешь. На калитку дави. Ника! За тобой лестница. Спускайся, встретимся снаружи. Спускайся, все будет хорошо. Иди.
Дина! Соня, давай. Игорь Тимофеевич, помогите. Мы у дома Хельги. Дина. Дина, ты что, убить нас хочешь? Помогите! Дина! Ингвар таки хочет сорвать твой план. Поторопись, Хельга. Они просто идиотки. Если бы не ты, сила уже давно была бы у меня. И Света была бы свободна. Хватит. Если уговоришь их отдать тебе силу, только честно. Я мешать не буду. Хельга! Снимай амулет. Быстро. Дина, ты нас чуть не убила. Девчонки, Соня, положи к себе. Бросай сюда. Все, отпусти ее. А теперь замораживающее заклинание. Иначе я убью ее. Мы спасены? Пока еще нет. Нужно попросить источника защиты. Давайте я начну. Нет. Давай лучше я начну. Молодец. Я знаю, ты здесь, и все будешь чувствовать. Нет! Защити нас от Хельги, дай нам силы. Защити нас от Хельги, дай нам силы. Защити нас от Хельги, дай нам силы. Черт, Мендель! Кто? Парень, который помог мне сюда забраться, он остался там. Я его не слышу. Пап, размораживающее заклинание. Пап! Я от Что это? Было. Это девочки. Они смогли. Они обратились к источнику и спасли нас. Опа. Пойдем. Пойдем. Ника, поехали. Хельга сейчас будет здесь. Мы уедем. Дверь закрой. Что же ты не поехал с ними, верный рыцарь? Соня сразу поймет, что я работаю на вас. Отлично ты на меня работаешь. Зачем Нике показал, где выход? Она сама его нашла. Девчонки ушли. Ника сбежала, еще и залезла куда не следует. Все из-за тебя.
Давай перевяжу. Нет, я сам. Девочки, просто-напросто смотрите правде в глаза. Соня его позвала? Позвала. Он приехал? Нет. Достали мы его. Но он слышал меня и обещал приехать. Так, а может быть, с ним Дина тоже что-то сделала? Да, она даже с вами не справилась. Вызываемый абонент временно недоступен. Ну где этот Мендель? А вдруг он до сих пор у Хельги? А вдруг у него просто сел телефон? Ты же сама говорила, он выберется из любого места. Так, сейчас важнее позвонить Ингвару. И если он нас передумал учить, пусть скажет нам об этом сам. Пока им не говори, что я ранен. Привет. Да, в курсе. Кто вам сказал, что он не помог? Если бы он не задержал Хельгу, то... Инга! Инга, он ранен? Помощь нужна? Не помешало бы, но он сейчас в таком состоянии, что... Инга, черт побери! Слышу. А насчет Дины, он в курсе? А что с ней? Все, давай, до связи. Девочки, ему совсем паршиво. Нам нужно чем-то помочь. Ну, отлично. Может, я, наконец, пригожусь. Маргош, не трать силы. А что делать? Твоя энергия и так почти на исходе. Ты больна. С девочками все в порядке. А что с Диной? Ничего. А что? Ну, езжай, привези ее сюда. Или мне самому поехать? Ну что? Как тебе Соня? Я так понимаю, она необычная. Понравилась, значит? Не то чтобы я, скажем, я прифигел. Что правда, что она может внушить все, что угодно? Ну как я защищусь от ее гипноза? Я поставлю защиту. Она ведь не только приказы отдает, а может и мысли читать. Кстати, она девственница, и ты должен это исправить как можно скорее. Не понял, что? А ты как думал? Просто привести ее ко мне? Я бы и сама справилась. Отпустите, больно! Отлично. Теперь она будет читать не твои мысли, а то, что нам нужно. Главное, не попадайся на глаза Ингвару, а девчонки ничего не заметят. Зачем мне с ней спать? Чтобы забрать ее силу, раз она не хочет делиться. Ты же хочешь помочь своей матери? Мне никто не верит. Даже Майк. Но я правда ничего не делала. Может, ты просто не помнишь? Я бы ни за что не стала связываться с Хельгой. Я ненавижу ее больше, чем каждый из вас. А может, ты сильно разозлилась на Марго или на Соню? Я не злилась. Соня позвонила, сказала, что нужна помощь, и я приехала. Вы что, издеваетесь? Маргош, иди пить кофе, остынет. Сейчас, я уже заканчиваю. Чем ты занималась в последние дни? И как мы туда попадем? Как вкусно. Вкусно. Ты должна ощущать свою стихию. Дина, сделайте что-нибудь. И какую же способность я получу? Стоп. Вот этот момент еще раз подробней. Майк пожелал мне удачи с посвящением в колдунье. И ушел. Так. Я
Вы что-то нашли? Да, сейчас уберу. Папа, магия зашкаливает. Гравитация тоже. Пап, ты что, не чувствуешь? Папа! Отвези ее домой. Уже? Вы убрали то, что нашли? Нет. Позже мне что-то не здоровится. Ничего себе. А ты не перестаралась? Кажется, только нимба не хватает. Ну, я же не специально. Оно само. Игорь Тимофеевич, как вы? Как вас Инга отпустила? Да в порядке все. И в этом дело. Хельга поселила в ментальной оболочке Дины невидимое мистическое существо. И поэтому она на вас напала. А что это за существо? Ну, вроде троянского коня. Она управляет им через Дину. Если мы его не уберем, это существо может убить всех нас. Уберем? Но как? Ну, для начала нам нужно вылечить тебя. Без тебя мы не справимся. Ну, как вылечить? Вы же говорили, что не знаете. Уже знаю. Я восстановил заклинание. Ты мне потом расскажешь, как оно у тебя оказалось. Но для начала нам нужно снять заклятие с Марго. Мам. Алик, отпусти. Послушай, я тебе звонила 4 часов. Твой телефон все время вне зоны. Где ты? Где? Я с Аней гулял, у меня телефон. Да не ври! Аня мне звонила, она тебя 2 дня не видела. Скажи, у тебя кто-то появился, да? Говори! Да. Нет. Что это? Я так и знала, что эта стерва, она затянет тебя в постель. Да какая стерва? Дихенрадиктро. Мама, скоро выйдет. Это что? Мама. Готова? Вы что-то не то делаете. Я просто проявил эту дрянь. Теперь нужно ее сжечь. Ника, начинай снизу. Соня, охлаждай воздух. Марго, смотри на меня и выполняй мои команды. Поехали. Ты вода. Спокойный океан. Все, что происходит с тобой, тебя не касается. Дыши медленно и глубоко. Я с тобой. Мы вода. Замерзающая, превращающаяся в лед. Что за черт? Молодцы. Хорошая работа. Спасибо. Да мне-то за что? Вон, Ника, Соня. А папа, он умер, когда я была маленькой. И мне всегда не хватало его защиты и тепла. И сегодня вы как будто заменили его. Спасибо. Мы хотели вам показать.
здесь какое-то родовое заклинание. Я устал сегодня. Восстановлю силы и потом гляну. Алло. Здравствуйте. К нам поступил в больницу молодой человек. У него последние входящие звонки были с этого номера. Мендель. Что случилось? И это все? Это она с тобой сделала. Я не хочу сейчас о ней говорить. Здесь только ты и я. Слушай, ну, уборка в 5 утра – это круто. Ну, я рада, что тебе легче. Я действительно чувствую снова прилив сил. Ну, а ты чего не спала всю ночь? Хотя чего, я спрашиваю? Как там здоровье этого твоего Менделя? Да хватит меня троллить. И вообще, сейчас не это важно. Если Ингвар прав, и это мистическое существо как-то связано с даром Дины, нам крышка. Не уничтожим его, и Дина нас закопает. А уничтожим... Пропадет ее дар, и мы никогда не станем квадрой. Девчонки, а если попытаться лишить Дину контакта с землей? Ну, чтобы ее дар временно отключился. Точно. Как тогда в подвале, когда мы падали. Мы были в воздухе, и Дина не была соединена с землей. Маргоша, ты гений. Слушайте, а может быть, в кафе обсудим и позавтракаем заодно? Девчонки, простите, мне бежать на работу надо. Созвонимся. А ты как, Соня? Пойдем. Мне все равно на вторую пару. Или устроить пикник в лесу и заманить ее на дерево. Как? Не знаю. Или зайти вместе в лифт, и в тот момент, когда он тронется... Лифт она сразу сломает. Хотя в идее использовать свободное падение что-то есть. Алло? Ты заболела? Нет, я просто прогуливаю. Ты прогуливаешь? А что, я не человек, что ли? Ты сверхчеловек, а я тут застрял на онтогенезе мышления. На чем? Ну, ты же сама сказала, в психофизиологии поковыряться. Сонь, ну давай встретимся, а? Часов в 9 в парке. Хорошо, давай. Как с нему приворот снять? Да нет никакого приворота, ты ему просто нравишься. Я? Роме? А почему нет? Ты изменилась, и... Он изменился. Состояние твоей мамы ухудшается. Нужно все сделать сегодня. Только сначала заедешь ко мне. Хельга, серьезная помеха. Вот она, видишь? Постарайся расслабиться. А мы с Соней попытаемся его убрать. Я снова начинаю застывать. Я тоже. Гравитация нарастает.
Вы что, убить меня решили? Дурочка, мы же тебя спасли. Да, никто бы не дал тебе упасть. Мы все просчитали. Отвези меня домой. Они удалили из Дина невидимое существо. Значит, теперь она бесполезна. Ведь существо переплелось с ее даром. Они заставили ее зависнуть в воздухе. Дар временно отключился. Рана радуется. Рома, Рома, ни капли ты не изменился. Давай. Вы чего офигели? Чего ж так сильно? Разве это сильно? Давай, ори! Она идет! Помогите! Прекратите! Оставьте его! Вставай, вставай. Переломов вроде нет. Тошнит? Голова кружится? Нет. Они по корпусу лупили. Слушай, я пойду. Да куда ты пойдешь? В больницу нужно. Само заживет. Может, давай ко мне? Я хоть первую помощь окажу. Это обезболивающее нестероидное средство. И боль должно снять. И отеков не будет. Блин, ну вообще. Такая девчонка классная. А я тут стою как чмо. Прям мурашки от ее рук. Хоть бы не заметила. Ты подожди, пока впитается. А то одежду испачкаешь. Чаю хочешь? Соглашайся. Не вздумай уходить. А где ты учишься? На Иньязе. Четвертый курс. Блин, не хватало только влюбиться с первого взгляда. Может, варенье? Есть вишневое и грушевое. Давай вишневое. Ну, что ты тянешь? Бросай капсулу. Ну, за тебя. И за мое спасение. Заслужи ее доверие. Приведи ее ко мне. До дна. Какая она красивая. Может, еще чаю? Ты чего?